Так, а я что-то не понял, а вас кто выпустил-то? Это он был? Это ты был? Ну, раз уж мы с вами здесь сегодня так внезапно собрались, то давайте играть в игры, что ли. Я не знаю, что вам еще можно предложить, что вам, печенек, что ли? Чаю? Нет. В игры с вами играть будем. Трансференс. Мы играли недавно в демку, и вот она вышла недавно на днях. И ну почему бы не сделать летсклей? Тем более она вроде как довольно короткой получилась. То есть это будет прохождение на одну, две, скорее всего три или две части. Вот, так что усаживайтесь поудобнее, заваривайте чай, несите ништяки, все дела. Ну и мы начинаем. First. Thank you so much for all the invaluable experiences we had while working together. I've taken our research and the research of the greats and the ancients, and I have found the key. It was right there in front of us the entire time. All it took was the willingness to see it and to use it. And now I have unlocked the door. The ability to take an entire cognitive system from this world and breathe it into a perfect virtual space. True one-to-one consciousness replication. Vita Eterna. My family and I will be relocating now. But we look forward to seeing you very soon. I have so much to show you. Окей. Вау. В общем, из того, что я понял, эта игра будет про, как бы, вот этот чел, он сказал про переезд. Это как бы он имел в виду, что они свое сознание перенесли в компьютер. То есть, как бы, типа, матрица, все такое. И вроде, наверное, это мы сейчас в их сознании гуляем. Игра будет много чем напоминать, по отзывам я прочитал, что будет много чем напоминать Observer, который, кстати, я пытался пройти на канале, но вам не особо показалось это интересным, и я потом прошел на стриме, игра получилась просто охрененной, по крайней мере, по мне. Дверь здесь закрыта. И куда-то все подевались, и текстуры тоже куда-то все подевались. Очень хорошая такая острота. Сделать вид, что это типа баги, типа как бы в голове, и просто не проделывать дальше текстуры. Неплохо придумано. И на Layers of Fear будет похожая игра, которая тоже очень даже неплохая игра получилась. Мне лично понравилась. Так, что-то меня смущает как-то вот этот вот напиток. Мне кажется, там за углом кто-то будет, да? Я понял. Я понял. Это не мое, но я это все равно заберу. А, нет. Нет, стоп. Стоп. Че? Окей, теперь он летает. Ладно, пускай летает. Чем хочет, тем и занимается. Никакой парковки. Ну, здесь и дороги-то, в принципе, нет, чтобы здесь припарковаться. Ну, ладно. Как скажете. На удивление, игра, конечно, короткая. Она стоит в Steam 1000 рублей. И, типа, длится она будет часа два. Но хотя, с другой стороны, не могу найти папу. Не могу найти маму. С другой стороны, если она, в принципе, хороша будет, то какая разница, какая продолжительность у игры? Алло? Это домофоны такие, что ли? А, и вправду домофоны, прикиньте, у каждого, типа, свой отдельный. Имена вон всякие. Трэвис Бикли. Давайте позвоним Трэвису Бикли. А, стоп, мы сразу всем звоним. Реймонду Хайесу, Трэвису Бикли и Жспинелю. Жспинел... Так, нет, это что-то не то. А, это код. Не-не-не, я понял. Та-да-да-да. Нет? Окей. Та-да-да. Та-да-да. Ну, это звучит правильно. Тэ-дэ. А может, просто вот так отключить? Нет? Звуки CAT01. Файл отсутствует. Ты с кем разговариваешь?
Я буквально первая локация, в которой я оказался. И все, я уже застрял здесь. Окей, может быть... Может, здесь где-то подсказка какая-то есть? Ну... Что-то с этой штукой... Так там ответ на эту подсказку есть, ёб твою мать. Так, что там написано? Что еще? Я в музыкалку ходил 5 лет. C-E-D-E. Я не вижу. C-E-D-E-F-G. Окей, давайте. Я забыл. Вау! Я что-то сделал. Ух ты. Ух ты, ни хрена себе. Что-то починилось. Сдается в аренду. Что-то сдается в аренду. Твою мать, ёбаные эндермены, блядь! Охуеть! Вау! 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 Не, здесь бы я не стал снимать квартиру. Лучше в своей жить со сломанным диваном, но точно не... Но точно не здесь. Какого хера? Я видел там что-то за дверью. Булькало, пиликало. Теперь эта дверь. Ладно, давайте-ка сваливать отсюда. Должен нас спасти, то есть они все-таки здесь заперти. Им здесь все-таки не нравится самим жить. Я вижу этот переключатель, но я пока не хочу на него тыкать, может. Потому что мы когда тыкаем на переключатель, я помню это из демки, мы как бы переносимся в другой мир, видимо. Давайте сначала сходим, заценим, может. Не? Это что такое? Ми осе дим сум. По-татарски, наверное, написано. Но зато у нас есть... Ой, еще бумажка. Official Tenancy Termination Notice, мистер Вейлер. Tenancy. Я не знаю, что такое tenancy, но Termination Notice, это не звучит прикольно. Termination, это типа истребление. Но обычно такой термин используют, когда там тараканов истребляют. Хотя, может, это, в этом доме это люди тараканы, и их истребили. С днем рождения, счастья, здоровья. Здоровья, счастья, А меня не позвали. Зато у меня есть бумажка про Official Tenancy Termination Notice, а у вас ее нет. Ложки. У вас будут тараканы, а у меня не будут. А, здесь теперь... Здесь теперь еще этажи появились. Ну давайте на... Стоп. Так, где-то я уже видел это. Здесь, наверное, на этом этаже тоже у кого-то день рождения просто, да? Я просто что-то... Дверной молоток файл отсутствует, да? То есть нам надо дверной молоток, наверное, найти и постучать им? Или что-то... Это что было? У нас гости? Незваные гости на нашей чайной вечеринке? Них, блять, тут что, подвал есть? Я что-то не очень хочу туда спускаться. Это здесь? Это не звучит как самая приятная вечеринка в честь дня рождения. А, ёб твою мать, это кто-то просто в дверь стучит. Да хватит стучать мне. Я забираю. И на ее место я положил. Official Tenancy Termination Notice. Вас, короче, выселяют, поняли? Если вы не знаете английский, то ваши проблемы. Вас выселяют, все. Вы здесь не нужны. И на день рождения вас тоже звать не будут. Мое день рождения, мой торт. И дверной замок тоже мой. Во, это как раз подарок будет. Девка-то маленькая, походу, справляет день рождения. А я ей... Кто-то бегает. А я ей дверной замок подарю. Чё так темно стало? Здравствуйте. Так.
Опять напился, что ли? Каждую пятницу одно и то же. Компиляция завершена. Илья, мы дверь захакали. Охренеть. Это наш дом? Ну конечно, куда без всяких страшных картин-то у себя. То есть у тебя... У нее висят вот такие картины дома, а она испугалась меня. Это какой я страшный-то должен быть в таком случае? Давайте дверь закроем. Я не могу, да? Ладно. Пришел как к себе домой. Ну ладно, у нас здесь туса в честь дня рождения. Флейта вон лежит. I'm gonna be a little late today at the studio. Benny, I think you're gonna like the song I'm writing. There's a part I'm writing just for you. It goes like this. Ну, мама точно будет не в лучшем расположении духа, когда увидит, что мы все стены здесь изрисовали. Наверное, не стоит ее пускать сюда. Может, я и есть мама? Я, наверное, мама, поэтому меня так дочка испугалась. Это все объясняет. Пароль. Так, надо пароль собрать. Лайка. Может, лайка? Сюда и. Лайка. Нам еще 4 буквы где-то надо найти. Кто? Вы сами туда залезли, вы сами виноваты, я здесь ни при чем. Я больше не нашел здесь никаких букв в этом измерении, поэтому мы перенесемся в другое. Включим свет. Во, другое дело. Что-то мне все меньше и меньше начинает нравиться эта вечеринка в честь дня рождения. Опа, камни бесконечности? Вау. Ух ты. Это камень этого, как он называется, разума? Короче, я умный теперь буду. Я, походу, сам себя случайно с лица земли стер. Самое сложное — это играть в такие игры. Потому что я сам не понимаю, что происходит, и я не знаю, как это комментировать. Ух ты, эта дверь теперь открыта. Воу-воу-воу-воу-воу, чё там? Воу. Всякие звуки страшные, блять, мне страшно, вы чё? Хватит. Так. О, а! О, это буква. Буквы мы любим. Буква нам нужна. Сколько там еще получается, осталось? Лайка. Пусть здесь будет. Help, лайка. Окей. Еще L нужна. Это даже не факт, что это вообще те буквы, которые нам нужны. Ни хрена себе какой. Склад интересный. Здесь закрыто. Где еще буквы? Я очень люблю буквы. Отмычка. Или что, это не отмычка? А это штука, по которой тынькают, и она тынькает. Прикольно. О, мне тоже тут не нравится. Прибраться бы. Вас затопили, походу. Слушай. Буквы? Нет, это нота. Кто хранит ноты в этом? Кто ноты хранит на кухне? Ладно, не суть. Это что такое? Сос? Милицейская волна! Сейчас настроимся. Опа. Есть контакт. Выходим на связь с неземной цивилизацией. Блять, это же этот, как его? Азбука Морзе? Это Биг Бен Бенджамин, прием. Биг Бен Бенджамин, прием, прием, как слышно, прием. Алексей на связи. Биг Бен Рэймону, прием. Меня зовут не Рэймон. Вылезай из шкафа, придурок. Вот что тебе надо делать. Вылезай из шкафа, маленький спиногрыз. Блин, кстати, интересно. Там по-любому какое-то сообщение зашифровано. Но это, наверное, типа с вами. Там надо быть умным и всякое такое. Расшифровывать это. Или нет. Может, здесь еще что-то будет?
какая-то станция. Да помолчи ты, ну господи, я пытаюсь радио послушать, ну. А, нет, это я выключил его. Выключенное радио слушал, нормально. Тихо. Devastated by last March's earthquake and tsunami. Our top story. Osama bin Laden is dead. The terrorists killed a surprise overnight in Pakistan compound. News of bin Laden death. Okay, but this is from the prequel. We know what is happening in these times. It's not a police wave. Не-не-не-не-не, такое я бы не стал включать. Давайте его нахер выключим, чтобы ничего там на фоне не играло, а то мне страшно, пиздец. Кстати, я могу свет здесь выключить. Нихуя себе! У нас ребенок, что ли, в радио застрял? Что вообще происходит? Мне самому тут страшно становится. Кружка с бостонской научной выставки. Какая-то она грязная. Я ее положить даже на место не могу. Как мне найти нужную частоту? А, я не могу даже уже ничего переключать. А что будет, если я сейчас, например, обратно вернусь? На этой частоте. Там кто-то говорит. А, нет, он и сейчас говорит. Окей, очень странно, я ничего не понимаю, сложно, до свидания. Вырубай. 5.15 пм, 6.41 пм, 8.47 пм. А, цифры, информация, сложно, страшно. Мне буквы бы найти, и все, я многого не прошу. Это что, payment due? О, нас выселяют, мы счета не платим. Отлично. Это что, кусачки? Наверное, пригодятся. Заберем. Я не знаю, что пацан от нас хочет, но все ноет и ноет, ноет и ноет. Какого-то нытика воспитали. Кстати, стоп, что-то поменялось. Что-то поменялось, определенно что-то поменялось. Нам кто-то стены изрисовал. Во, туалет. Кружка в туалете. Суперфан Казаду. Лучший Кусудо. Ну или Кусудо. Один хер. Уравнения всякие везде нарисованы. Таблетки. А, это вот эти антидепрессанты или что это? Кофеин. А, это кофеин. Таблетки с кофеином, ни хрена себе. У меня тут тоже своя доза кофеина есть. Даже двойная доза кофеина. Так. А, я их случайно с собой взял, да? Ладно. Чё-то все мимасы чекаем. Ну, мимасы чекать в туалете, это святое. Сходил, блядь, на тусовочку в честь дня рождения. Давайте-ка нахуй отсюда свалим, а? Давайте-ка сходим куда-нибудь наверх, может, мы еще буквы найдем. Ни хрена мы не найдем, я все на этом же этаже буду. Бенджи, это ты? О, я что-то сделал. Компиляция завершена. Я что-то починил. Воу! Я ж ничего. У меня лодка есть подводная. О, еще две буквы. Блять, а дверь теперь закрыта, отлично. There's something here with me. Stay calm, Ben. Now listen. Meet me at the garage. Dad! It's coming! Go to the garage, Ben. Get out of there now! Dad! Ben, can you hear me? Ben! Что-то мне это не нравится. Что-то мне это совсем не нравится. Совсем не нравится. Можно, пожалуйста, милицейскую волну назад включить, а? Куда быть? Ёбаный твой, блядь.
Я не знаю, почему этот эндермен такой криповый, но, блять. Я даже не ночью играю, хотя собирался ночью это записывать. Но я ночью случайно всю ночь потратил, играя в Battlefield 1. Так, стоп. Это не то, что здесь должно было. Ладно. Еще один шкаф. Как-то у нас много шкафов на кухне. Хорошо. Ключ от заднего двора. Опять с радио, что ли, шаманить? Здесь где-то ключ, наверное, должен быть, да? Так, я здесь ключ какой-то нашел. Я бы его ни в жизни не заметил. Если мне счастливое стечение обстоятельств. Окей, собака, я иду. Собака, ты где? О, это что место? Где летающая газировка была. Правда, здесь вообще все оказывается летающее. Лайка. Дарч. Все нормально. Я тебе не изменяю. Все окей. А, так здесь дверь была, что ли, в этот гараж? Я ее даже не заметил тогда. Что-то я не хочу туда заглядывать. Вот не хочу я туда заглядывать. Что-то у меня плохое предчувствие на этот счет. Мне кажется, там что-то... Ошейник. Лайка. Окей, это ошейник нашей собаки. Это что такое? Разбитая колба. Здесь халат. И... Воу. Имеется новая запись. Жесткий диск. Боюсь вообще представить, что на этих жестких дисках может быть. Гараж-компьютер. Ой, я что-то вставил в комп. Чао. Ух ты. Мама, я хакер. Hello, Ben. I'm addressing these work logs to you because it is my hope that you will someday continue this work if I am unable. And also because this, all of this, everything I do here is for you. The brain? That's the problem here. I freeze the brain. Controlled clinical death. Ben, our instincts were correct. Freeze the brain. If I could modify the freezer, that everything I do here is for you, that could work. Куда смотреть-то? В какой монитор? Ну, я, видимо, все пропустил. Я не знаю, как за таким сюжетом пытаться можно уследить. Кстати, провода. Провода, наверное, с проводами надо. Понял. Не очень-то и хотелось. Походу, мне за проводами надо следить, да? Куда они ведут? А, они ведут на крышу. И обратно в эту комнату. Мало чего полезного я узнал из этой вылазки. Куда именно? Да именно. Да, я тоже так думаю. Именно так я и думал. Это что такое? 0123? Гармония? На гармонию это не похоже. Комнаты снежинка требуются права администратора. Это, блять, у меня постоянно одно и то же. Когда что-то не могу удалить с компа, он мне пишет, типа, нужны права администратора. Я такой, типа, думаю, комп, ты что, охуел, что ли? Ты моя собственность. Что это за Detroit Become Human? Deviant. И он, короче, отказывается удалять всякие штуки иногда. Вот. Время интересных историй с Алексеем. Потому что я не знаю, что мне надо здесь делать. А, пароль ввести? Так, ну окей, у нас его нету. Может быть, кстати, это вот это время? Может, как-то с этим связано, хотя вряд ли. Инстабилити. Всякие записки все эти чекать надо теперь. День рождения. Кстати, может, это его день рождения? Вы что, издеваетесь? Вы серьезно? Я, блядь, час ходил по всем. Я здесь в этой игре вообще все изучил, что только мог. И это решение, к которому они пришли, да? Это решение, к которому они пришли. 2, 4, 7, 6. Охренеть просто можно. Ах, 2, 4. 4, 7. 6. Окей. Вау. Не такого я ожидал. Practical application. Woods and R.
think I know. Let's see stuff up here. Я до сих пор считаю, что это самая хуёвая вечеринка на день рождения, на которой я когда-либо бывал. Чё это такое? К! Это 3D-принтер! Поехали! Чао, оставьте себе свою кружку. Теперь... Не-не-не, не знаю. Я тут буковки только собираю. Отстань от меня. Ух ты, ё-моё. Я думал, меня ещё ебало набьют. Так, только давайте без той чупакабры на этот раз, ладно? Ну не надо. Лайка. Все, ставим лайка. Быстрей. Чао. Все, закрывай дверь. Мы здесь в безопасности. Ты и я. Мы с тобой теперь лучшие друзья. Сидим, балдеем. Long, long ago, in a galaxy very nearby, was attending the same school the world's most mad scientist. Все-таки он стал блогером, да? Ну ё-моё. Песок из Сан-Франциско. Песок ли это? О! Кристаллы бесконечности. Я и забыл вообще, куда их пихать надо. Ну, куда-то их надо пихать. А этого робота я тоже, кстати, видел. Типа ему на день рождения подарили подарок. Я говорю, я здесь уже все вообще выучил. Ботинок он стоит какой-то. Так, у меня есть кристалл бесконечности, который очень похож на значок... Аннигилировал. На одну собаку в мире стало меньше. Который очень похож на значок из этого... Блять, здесь теперь дверь закрыта. Давайте-ка в другой мир перенесемся. И Симса значок, ну, над головой, который у них летает, очень похоже. Мне очень страшно, блять, что происходит. Домой хочу. Не вот это все, домой хочу. О! Сегодня твой день рождения. С днем рождения. Любви, счастья, настроения. Я не помню слова. А, теперь он и маман свою снимает, да? Или маман тоже себя снимает. Семейка видеоблогеров. Пиздец просто. Куда я попал? Жена. Ой-ой. Ой-ой-ой. Жена, ты чё? Что происходит? Я не знаю, где закрыл. Ладно, мы сидим здесь. Все, я закрыл эту штуку. Ёбаный насрал. За кого я замуж вышел? Женился, в смысле. Хотя, может, и замуж вышел. Я не на машину с подвохом. Как старается. Ух ты. Ух. Даже немного неправильно выглядело бы. Как завораживающе. Ты... Из нее музыкант-то такой себе на самом деле. Ничего особенного. Да, ну и еще у нас весь мир вверх дном перевернулся. Ну ничего, бывает, бывает. А как мне обратно переключить? Это все, конечно, очень концептуально и все дела, я понимаю, да, но... Как мне быть в данной ситуации? О, это что такое? Чао! Время — враг развития. В туалете очнулся. Охуенно просто. О! Это та комната! Только как бы в этом измерении. Или в этом времени. Я запутался совершенно. Где мы, что мы и как мы. Нам нужен последний вроде кристалл. Я не знаю, где его найти. Наверное, нам сейчас подсказку какую-нибудь дадут. Верю. Верю. Без проблем, братан. А мне что делать в это время?
stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. Ben, our instincts were correct. They brought us along a parallel path. The temperature was not the condition itself, it was the conditional result. It's the crystals. Think about this. Real talk. Can be processed through a prism. Real talk, real talk. Я тоже так думаю. Я пытаюсь. Ты мне мешаешь. Время тянешь. Кота за яйца. Прекрати, я все найду. Так, прогресс есть. Я хотя бы на этот раз песок. На этот раз я хотя бы нашел. Я дошел до пазла. Я его еще не решил, но я до него дошел. Я уже собой горжусь. Гостиная, часы отсутствуют. Нам здесь часы, видимо, нужны. И походу я вряд ли смогу туда пройти. Мне кажется, по этой черноте не стоит ходить. Но мы попробуем, потому что почему нет, видимо. Нет, ни хрена нельзя. Окей, но это, наверное, подсказка какая-то будет. Или нет, я не знаю. Чё-то с часами. Давайте вместе думать. Мы все очень вместе любим думать. Особенно вы. Прям вижу, как вы пытаетесь мне что-то подсказать. Потому что вы такие умные. Что это такое? Карта постоянного клиента. Мак. Песок? Из Сан-Франциско песок! Кстати, радио очень странное. Я здесь нашел недавно, когда ходил, что-то решал, я нашел здесь волну, на которой вообще ничего не было. Вообще просто тишина была. И она работала только в одном... А, нет, вот она. Просто тишина. Не знаю, мне кажется, я все постоянно ищу в таких играх какой-то глубокий, потаенный смысл. Поэтому, мне кажется, это что-то должно дозначить. Опа! Поехали! Песок из Сан-Франциско. Город в стиле диско. Ой. Так, это что-то не то. Надо в другую реальность вернуться. Воу-в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 оу
не трогал твою собаку. Она в стену убежала. Я что, виноват, что ли? Я здесь не причем. В этой семье вообще кто-нибудь хотя бы умеет своей жизнью сам распоряжаться? Собака, жена. Чё дальше? Песок? На тебе, получайте песок. И чё теперь? Гостиная, файл отсутствует. А, так мне ещё сюда что-то надо принести? Воу! А, так вот оно чё! Так, ещё раз. Чё всё это значит? А? Ой, блядь. И чё теперь? Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. And Dally run. Hickory dickory dock. That's a good one. That's good. Here's another. Old Mother Hubbard went to the cupboard to give the poor dog a bone. But when she came there, the cupboard was bare, and so the poor dog had none. She went to the baker's to buy him some bread, but when she came back, the dog was dead. Вот это мем, ну ты, конечно, смешной, батя. The best for last. Always the best for last. Ну-ка. Я не понял. Так, ладно, давайте попробуем решить эту головоломку, которую я понятия не имею, как решать. Надо, видимо, время выставить, да? Наверное, оно здесь везде одинаковое. Окей.
Так, это часовая стрелка, да? Ладно. Часовая где-то должна быть. Бля, я не знаю, что это за время. Ну, типа, уф. Ну, вроде похоже. Минутная. Ну, что-то так, что ли? Нет? Да разве? Охуеть. Никогда не думал, что меня часы испугают. Но, видимо, это... О! Время мультиков. Батя, ты заебал, как ты во все экраны в нашем доме попадаешь? А какой это? Как, это из прошлого? А этот из будущего? Или какой из них какой? Я так запутался. I don't understand. Еще один кристалл бесконечности. Поехали. Все, перчатка готова. Ладно, давайте послушаем. Вдруг это Ник Фьюри. Ладно, я пошел делать перчатку бесконечности. Ты там лежи и в поту, и в слезах, и в снегу. Чем захочешь вообще можешь лежать. Воу. Воу, а чё двери не работают? Вау. Все двери закрылись. А куда мне кристалл-то вставить? Жена! Жена меня закрыла, блядь, замки все поменяла, блядь. Чё делать? Призма из родохрозита, 130 герц. Мне надо просто дослушать её. Закрыто. Вечеринка в честь дня рождения закончилась. Да и вы бы и не хотели на нее попадать. Точно вам говорю. Опа. Так. Поехали. Да, все, я вас не слушаю, я вас не смотрю. Все, не мешайте. Перчатка готова. Где он напортачил, мы с вами узнаем в следующей части. Спасибо большое за просмотр. Следующая часть выйдет завтра. Я надеюсь, вам понравилось. Это будет заключительная часть, такое небольшое прохождение. Если понравилось, то не забывайте ставить лайки. Ну, пока что игра неплохая. Она, конечно, много пазлов и всего такого. Я не уверен, что ее так же интересно смотреть, как и играть в нее. Играть более-менее интересно. В общем, мне все нравится. Пока.